Иркутский политех будет сотрудничать с Брестским государственным техническим университетом. Соглашение предполагает и академический обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, и совместную разработку инновационного методического обеспечения образовательного процесса, и в целом общие проекты. Сотрудничать с вузами Республики Беларусь будет и Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского. В его копилке две договоренности. Первая – с Барановичевским государственным университетом. Второе – с Брестским государственным техническим университетом. Также Иркутский ГАУ подписал соглашение с лидером мирового рынка по производству сельхозтехники и стал рекордсменом по количеству соглашений о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Иркутской области в Республику Беларусь.